Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет. Сегодня у нас в работе хоккейные коньки, коньки для хоккея. И, как обычно, у них больные места. Это поддержка голени, а также ее защита от удара коньком и разрывы самого задника и стакана. Стакан здесь сломан, мы будем его восстанавливать. Вот мы уже часть родного стакана, а также нашу вставку из пластика гибкого заклепали в единое целое и будем эту деталь вклеивать и соединять вместе со стаканом самого конька. Размер мы подогнали, он четко сюда подходит. Один мы уже установили. Вклеиваем все это на клей, на ирит. Он очень хорошо держит сочетание металла, пластика, ткани. И все это мы заворачиваем подкладкой, которая уже не годится для закрытия всего задника. И поэтому мы будем здесь подкладку делать из кожи. Кожа с шористой поверхностью очень хорошо вклеивается и надежно держит подкладку. Поэтому мы выкраиваем две детали из кожи подкладочной. Примеряем размер. В самый раз все подходит. Один конек, второй. И, конечно же, мы будем делать мягкую подложку, чтобы голени было комфортно, чтобы голень у нас не натирала. И вклеиваем подложку мягкую. Один, второй и так далее. И нам останется только вклеить подкладку. И в оконцовке, конечно же, подкладку, верхнюю часть, мы будем застрачивать на машинке. Обязательно. Клей клеим, а строчку машинную никто не отменял. Вот таким образом мы собрали задник. Вклеиваем нашу подкладку. Вот таким конусом. Смысл менять всю подкладку здесь отсутствует, так как особой роли не играют боковые части подкладки, а скорее всего выходит из строя именно сам задник и вытирается подкладка верхней части деталей подкладки верха. Вот, обрезаем лишние урезы кожи, прогоняем строчки на машинке, и заказ уже завершен. Такой вот у нас был ремонт, такой результат. Вот такие заднички, так они выглядят изнутри. Наружная часть декоративная у нас сохранилась полностью. Разрывы мы перекрыли. Все это представляет собой единую конструкцию. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. Будем рады и вам сделать работу на совести и качественно. А мы работаем ежедневно. Город Новомосковск, Тульская область, улица Дружбы, дом 1/24. Наш контактный телефон 8-915-691-63-14. Всем желаем добра, здоровья, всех благ и до новых встреч в новых видео.